заключительные слова от хозяев. Экране практически целый день. Хотелось бы прежде всего сказать Жан-Пьеру, что приглашая Российскую Федерацию на мероприятие в Париже, он должен понимать, что он приглашает все 84-85 регионов, которые у нас существуют. Готовы ли они к этому? Вам стоит предусмотреть тогда. А мы готовы оказать вам всяческое содействие в поездке. Хотела бы в заключение со своей стороны поблагодарить ВАГС, который нам оказал поддержку в выборе этой тематики, которая была представлена в течение этих двух дней, в том, что они проявили такой большой интерес и такое большое участие в привлечении стран, и мы смогли рассмотреть такие разные, такие интересные примеры существующих моделей в различных странах. И я думаю, что мы реализовали тот самый принцип, о котором в первый день говорила Ленка, когда ВАГС является площадкой для высказывания открытого, честного мнения, не для того, чтобы мы поставили точки над «и», но для того, чтобы мы приняли окончательное решение по какому-то вопросу, а для того, чтобы у вас всех, я думаю, это тоже цель ВАГС, появилась пища к размышлению, чтобы у вас появились какие-то новые идеи. Возможно, это не глобальные идеи, но что-то обязательно должно было заставить вас задуматься. Это дало Российской Федерации возможность посмотреть, возможно, на себя со стороны, высказать какие-то свои пожелания, мнения. Возможно, кто-то их услышит. Поэтому я благодарю, в свою очередь, также вас, наши органы занятости населения, как у нас их называют, за то, что вы приняли участие, за то, что вы смогли два дня посвятить этому мероприятию. Ну и надеюсь, что мы продолжим, если у нас будут организовываться мероприятия, продолжим вас приглашать к активному участию, а также приглашаем на любое мероприятие ВАГС, за которым, собственно, мы всегда знаем. Спасибо вам большое. И спасибо организаторам от ВАГС, которые нам также очень помогли, Маргарете, которая нам помогала всецело, каждую деталь она в голове по своей прокручивала, и поэтому нам удалось ей и Кате совместно организовать столь успешно, столь эффективно это мероприятие. Спасибо большое.